31 августа 1942 года, Спартановка. Товарищи, здесь вы начнете защищать свою родину. Фашистские захватчики пытаются пробиться к Волге. Этого нельзя допустить. Враг уже подошел к окраинам Спартановки. Мы не можем и не станем отступать, дорогие товарищи. Наш приказ и солдатский долг — занять оборону здесь. Мы сделаем это во имя всех народов Советского Союза. Мы защитим эту деревню ценой наших жизней. Займите оборону в развалинах церкви в конце улицы. Враг пойдет через овраги с другой стороны. Косите огнем всех! Приказ не отступать! В случае неудачи и вашей возможной гибели второй эшелон займет оборону в первом и втором жилых кварталах. Любого врага, который прорвется туда, можно уничтожить среди тех самых домов, которые они у нас пытаются отнять. Если фашистская мразь все же сумеет пробиться, мы займем последнюю оборону в здании сельсовета. Я буду защищать его с бойцами, оставшимися от бригады. Вместе мы победим, товарищи! Мы красноармейцы! Мы не сдаемся и не отступаем! Победа или смерть, как приказал Сталин! Ура!
Берегись! Граната! Бежи, гад, не рыпайся! Смерть фашистам! Бежали, добивайте! Иди всем! Смерть фашистам! Где гада? Смотрите! Погоди, я тебя найду! Ну давай же! Ты что творишь, а? Погодите меня! Victory! We will all be heroes of the Soviet. 6 сентября 1942 года. Западные районы Сталинграда. Вчера ночью немцы захватили красные казармы. Многие наши товарищи, наши братья пали, обороняя их. Сегодня наш черед мстить. Мы выбьем врага из казарм по приказу генерала Чуйкова. Мы проникнем к врагу и навяжем ему рукопашную в развалинах. Фашисты не устоят перед нашим натиском. Им придется либо отступить, либо сдохнуть на месте. Сначала мы атакуем административное здание. Оно построено на века, и враг, скорее всего, организовал оборону там. Возьмем здание внезапным штурмом. Отсюда мы выдвинемся к старому госпиталю. Стремительность наша союзница. Когда оборона врага будет прорвана, ему нельзя будет дать опомниться. От госпиталя направимся к школе политактива, которую отобьем у фашистов. Последней целью станет атака и зачистка склада в углу казарм. К этому времени сопротивление врага будет сломлено, и мы будем гнать его перед собой. За Родину, товарищи! В атаку! Ура! Товарищу Сталину нужна победа! Так дадим ему победу! За Сталина!
Он убит! И нас всех скоро убьют! Даже не думай, Фрид! Сволочи! Найдите, кто его убил! Помогите добить!
Успокойте меня на секунду! Дай за ним вам! Again, we have crushed our enemy. 15 сентября 1942 года. Бойцы, смирно! Нам предстоит нелегкое дело. На протяжении многих дней вокзал обороняла 10-я дивизия НКВД, но от нее почти никого не осталось. Теперь наш черед идти в бой. Нам приказано захватить район и оборонять его от дальнейших атак врага. Будем стоять насмерть до тех пор, пока не перебьем всех немцев. Мы — гвардейцы Родимцева. Даже если мы сгинем здесь, мимо нас не проскочит ни одна фашистская сволочь. Сначала мы попытаемся остановить их наступление в самом депо. Бейте фрицев любыми способами, товарищи! Вторая линия обороны пройдет через здание вокзала. Его бомбили, жгли, но он выстоял и теперь станет для нас нашей твердыней. Будем оборонять северную часть как можно дольше. Если мы не дадим фашистам ворваться в здание, им конец! Следующая линия обороны пройдет через центральный зал. Пусть враг сражается за каждый сантиметр здания. Последняя линия обороны пройдет через южный зал. Оттуда отступать нам уже некуда. Мы победим! Хватит немцам копошиться в Сталинграде! Нам удалось остановить их, товарищи! Фашисты в отчаянии! Мы займем оборону здесь! Вперед! К победе! Смотрите! Фашисты! Ну что, сдох тот фашист? Я его прижал! Вот тебе фриц! Берегись! Товарищи! Помоги!
Мать его! Ты ждешь смерти! Выйди мне! Прикройте меня! Куда не денется? Фашист уже штаны надел! Помогите прикончить! Сдохни уже! Фашистский гад! Больно-то как! Зал в огне. Стены взорваны. Все искорежено. Но наши солдаты продолжают бой. Уже вечера фашисты до сих пор не могут захватить здание. Бои на металлургическом заводе идут с перерывами. То угасая, то разгораясь с новой силой. В коротких рукопашных в ход идут штыки, саперные лопатки и приклады. Гвардии лейтенант Антон Кузьмич Драгон, 13-я гвардейская дивизия. 19 сентября 1942 года, Сталинградский элеватор. Товарищи, ситуация крайне серьезная. Мы отрезаны от 62-й армии. Мы окружены. Надежды мало, но мы сделаем все возможное. Наша армия и наш народ смотрят на нас. Они надеются на нас. Немцы атаковали элеваторы раньше. И они понимают, что мы не дрогнем. Враг уже понес тяжелые потери здесь в прошлый раз. Пока мы внутри здания, их артиллерия и танки бессильны. И поэтому они попытаются выбить нас отсюда пехотой. И будьте уверены, они за это заплатят. Во время следующего штурма мы попробуем остановить врага у Весовой. Бейте фрицев на открытых подступах. Если их окажется слишком много, перегруппируемся и займем оборону на конвейерной башне перед элеватором. Врагу снова придется пересекать открытую местность. Пользуйтесь этим. Если нас отбросят назад, элеватор станет нашей крепостью.
Фашистам придется драться за каждую ступеньку, за каждый этаж. Займем оборону на первом этаже и не дадим врагу закрепиться в здании. Затем перегруппируемся на втором этаже. Если придется отступить и оттуда, займем последнюю линию обороны на четвертом. Но отступать оттуда мы не сможем. Да и некуда будет. Товарищи, мы знаем, каков наш долг. И мы выполним его ради товарища Сталина, во имя этого города и нашей Родины. Фашисты не пройдут. Это Сталинград, город, носящий имя нашего великого вождя. Символ нашей силы. Бойцы, соберитесь и займите оборону за Сталина! Сам умру, но врагов перережу. Прикройте меня на секунду. Убрал, пицца! У нас кончаются патроны, и взять их неоткуда, так как мы окружены. Еды нет. Питаемся остатками зерна из элеватора. Нет и воды, а также связи с полком. Сдаваться мы не собираемся. Будем продолжать сражаться. Возможно, это наш последний бой. Творится кошмар. Все вокруг и внутри элеватора горит. Но мы держимся и отражаем атаки. И
26 сентября 1942 года, Спартановка. Товарищи, всего лишь 3 коротких недели назад мы приняли здесь первый бой. С тех пор тут воцарилось затишье. Фашисты успокоились, полагая, что им ничего не грозит. Они сильно ошибаются. Мы напомним врагу, что он скорее сдохнет, чем захватит Сталинград. Товарищи, враг почти загнал нас в Волгу. Но всех нас не перебить. Своей атакой мы выиграем время для наших братьев. Победа или смерть! В атаку! Ты что творишь? Прикройте меня! Артобстрел! Не высовываться! Дождитесь перезарядки! Помогите! Помедленнее, други! Смотрите! Я без сил! Я прогнем! Фашист уже в штаны надел! Помогите прикончить! Сдохни, фашист! Черт! Как ты? Я ранен! Штеп! Земле, гаденыш! Я его прижал! Ты идешь смерть на моей земле! Не могу передвинуться! Уже!
не вижу, он помер или нет. Сдохни, гад! Ты ждешь смерть на моей земле, Кэмпион! Фашисты! Найдешь смерть на моей земле, котеныш! Никуда не денется! Смотрите! Кончай его! Он там! Смотрите! Стой! Прикройте меня! Перезаряжаю! Смотрите! Он приезжает! Заходи с ним! Смотрите! Блин, ох ты! Откуда стреляешь? Ох ты! Немецкая, берегись! Снайпер! Берегись! Пулеметчик! Черт! Я ранен! Черт! Фашисты! Смотри, фашисты! Беги к своему Гитлеру! Немецкая пехота! Смотри, немецкая пехота! Фашистская пехота! Кто здесь? Пехота! Смотри! Вон там! Дай-ка передохнуть. Товарищи! Держать оборону! Снайпер! Пехота! Снайпер! Фашист уже в штаны наделал. Помогите прикончить. Фашисты убили бойца. Again, we have crushed our enemies.
7 октября 1942 года. Вчера фашистские гады выбили наших бойцов из этого квартала. Сегодня мы намерены его вернуть. Враги отрезаны от основных сил, а потому мы можем истребить их всех до единого. Сложнее всего будет перебраться через овраг в квартал. Штурмовой группе придется вихрем ворваться в самую гущу врагов. Не останавливайтесь ни перед чем. Выпускайте дымовую завесу и под ее прикрытием атакуйте. Очистите первый квартал от врага, чтобы рота смогла подойти на помощь. Фашистские захватчики думают, что мы деморализованы. Так покажем им, из какого мы теста. Ни шагу назад, только вперед! К оружию! Нет! Недоноски! Убили его! Там! Берегись! Попался, ублюдок! Убей его! Победа будет за нами! Люди! Готовы!
Погодите, друзья! Вижу, он помер или нет? Снайпер! Вот там! Ему вырваться! Не дождешься мы! Ну давай же! Не могу передвинуться! Не дождешься моей смерти, Фриц! Сдохни-ка! Вот тебе, тварь! Попался, ублюдок! Смерть фашистам! Дохни уже! Чёрт! Ложись! Что? Мам. Я его прижал! Если вы под плотным огнём! Берегись! Пулемётчик! Смерть фашистам! В укрытие! Помедленнее. Я без сил. Victory! We will all be heroes of the Soviet Union! Наши солдаты мужественно защищают каждое здание, каждый метр родной земли. В одной из контратак отряд комполка майора Савкина попал в отчаянное положение. Их окружили враги. Они бились до последнего патрона и погибли, как герои, но не сдались. Виктор Георгиевич Осмоловский, 351-й стрелковый полк. 12 ноября 1942 года. Дом Павлова. Товарищи,
Мы удерживаем этот дом на площади 9 января в течение 6 недель. Но атакам гитлеровцев все нет конца. Скоро мы ожидаем еще одну. Наша задача — остановить врага в развалинах дома Заболотного. Пулеметчики, тщательно выбирайте позиции. От вас потребуется максимальная огневая поддержка. Там должна была остаться пара Максимов. С ними будет легче. Мы окопаемся в развалинах. Позади нас дом Павлова. Фашисты пойдут, как обычно, с юга и запада. Всем быть начеку. Если не сможем удержаться здесь, отойдем к дому Павлова и обороняющимся там бойцам. Но отступать будем только, если не будет другого выхода. Перегруппируемся в доме Павлова у противотанковых позиций. Пулеметчики будут прикрывать нас огнем тяжелых пулеметов из дома. Сегодня мы уничтожим еще больше гитлеровцев. Хватит немцам копошиться в Сталинграде! Нам удалось остановить их, товарищи! Фашисты в отчаянии! Мы займем оборону здесь! Вперед! Победа! Смерть на моей земле, детеныш! Я его прижал! Проверить оружие и патроны! Укрытие! Стой уже! Он прижат! Заходи с фланга! Беги к своему Гитлеру! Товарищи, мне это все не нравится. Немецкая пехота! Прикройте меня! Вот недоноски! Убили его! Немецкая пехота! Yeah.
врагов перережу! Вражеская пехота! Вражеская пехота! Гаденыш! День за днем мы держим оборону. День за днем мы отражаем попытки гитлеровцев ворваться в дом, убивая их десятками. Нам приходится очень тяжело, но мы помним слова комдива генерала Родимцева, который сказал, что гвардейцы отстоят Сталинград или умрут. Гвардии сержант Яков Федотович Павлов, 13-я гвардейская дивизия. 13 ноября 1942 года. Нижний поселок завода «Баррикады». Бойцы, нам предстоит нелегкое дело. Мы все сражались здесь, за баррикадами. Немцам позарез был нужен этот район, и они бросили в бой своих лучших штурмовиков. Мы их перебили. Сегодня земля здесь снова покраснеет от фашистской крови. Мы зайдем к ним с тыла и ударим. Используйте элемент неожиданности. Подберитесь как можно ближе перед тем, как открыть огонь. Наш снайпер прикроет наступление. Первая цель – дом номер 81. Снайпер, ты прикроешь штурмовые группы огнем, убивая гитлеровцев, мешающих атаке. Фашистские захватчики думают, что мы деморализованы. Так покажем им, из какого мы теста. И шагу назад! Только вперед! К оружию! Берегись!
тебя и похоронят, Фриц! Не вижу, он поднял или нет? Черт! Ответный огонь! К черту! Прикройте меня на секунду! Пулемет! Пулемет! Смотрите! Видите, бойцы? Ничего невозможного! Мать его! Ура! Возьми!
лесу! Прикройте меня на секунду! Папа! Папа! Товарищи, мне это все не нравится. Я еще повоюю. Немецкие ублюдки! Все здесь передох! Again we have crushed our enemies. Северо-западный периметр города стал местом жестоких боев. Каждая улица и каждый дом превратились в боевые плацдармы. На окраинах идет рукопашная. Зачастую немцы оккупируют первый этаж, а красноармейцы продолжают оборонять второй и третий. Бойцы отрывают половицы, проделывают отверстия в потолках и стенах. Бои идут в квартирах и коридорах. 4 декабря 1942 года. К северо-западу от Сталинграда. Товарищи, на прошлой неделе мы наконец-то прорвали оборону врага. А сегодня мы должны окружить гитлеровских стервятников в их логове. Вермахт споткнулся, товарищи. Наступление остановлено. Враг деморализован. Так прогоним захватчиков назад в Германию. Есть! Давай налево! Есть, товарищ командир! Заряжено! Тормози! Так точно! Вперед! Направо! Есть, товарищ командир! Направо! Есть!
12 января 1943 года. Завод «Красный Октябрь». Внимание, товарищи! Несмотря на то, что из степи доносится канонада нашей артиллерии, с фашистской мразью еще не покончено. Они идут в атаку снова, и мы снова должны их остановить. Это наступление захлебнется. Солдаты, остались лишь очаги сопротивления. А теперь вступайте и зачистите район от большевиков. Взрывчатка! Укрытие! Черт, я ранен! Немецкая пехота! Чешпак, бей его! Нет, фашиста! Меня прижали! Убейте его! Не дождешься моей смерти! Убей его! Черт! Ответ на врага! Вон там!
не убит! Немецкая пехота! Помогите! Вот недоноски! Убили его! В укрытие! Пулемет! Это себе защи! Пулемет! Пулеметчик! Помогите! Вот тебе, тварь! Ложись! Вон там! Будьте начеку, товарищи! Быть начеку! Не дождешься моей смерти, Фриц! Умри, немецкая сволочь! Не дайте ему выбраться! Что, патронов почти не осталось! Перезаряжаю! We will all be heroes. 18 января 1943 года. Завод «Красный Октябрь». Товарищи, пришло время покончить с фашистами. Они в окружении уже много недель. Я знаю, что вы устали, и что мы потеряли много хороших бойцов. Но сегодня мы завершим бои за «Красный Октябрь» одним решительным ударом. Нам хорошо знакомы эти места. Мы знаем, где может таиться враг. И мы также знаем, что на этот раз фашисты будут драться насмерть. А потому пусть саперы взрывают очаги сопротивления ко всем чертям, чтобы их куски долетели до Германии. Фашисты окружены! Они недооценили нас и не смогли захватить город. Пришло время расплаты за Сталина! За Сталина! Смотрите! Немецкая пехота! Немецкая фашисты! Ой! В укрытие! Товарищи! Товарищи!
фашисты! Берите, бойцы! Ничего невозможного! Нет, на моей земле, чертёныш! Перезаряжаю! Прикройте меня на секунду! Всех скоро убьют! Дайте отдохнуть. Есть! Догнал в угол! Ha ha ha!
Погодите минуту. Вон там! Ура! Товарищи, как больно! Я ранен! Вперед! За родину! Убиваю! Берегись! Немецкая пехота! Только вперед! Мы под плотным огнем! Черт, бойцы, не высовываться! Помогите, Бобик!
открыть огонь! За Родину! Впереди! We have won the battle for the motherland! Не думайте о смерти, иначе растеряете уверенность в своих силах и сами силы. Сожмите волю в кулак, сконцентрируйтесь, оставьте страхи и кошмары. 30 января 1943 года. Площадь павших борцов. Товарищи, нам выпала честь пойти на последний штурм. Остатки 6-й армии фашистов пытаются удержать площадь павших борцов и универмаг на ней. Где-то там расположен их штаб. Мы смогли пробиться сюда лишь к концу января. Но теперь мы здесь и готовы положить этому конец. Фашисты окружены. Они недооценили нас и не смогли захватить город. Пришло время расплаты. За Сталина! За Родину! Победа! Будьте начинать!
начеку, товарищи. Помедленнее. Ну давай же! Давайте, товарищи, я с вами. На моей земле, гаденыш! Укрытие! The fascists won this time. Next time, we will crush them, товарищ. Фашистский снайпер! Там! Пулемет! 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 Пулемет!
Лишь без пощады! Мать его! Смерть фашистским захватчикам! Черт! Стоп, Никат! Бей, гада! We've lost this battle, but victory will be ours. Не рыпайся! Ты идешь смерть на моей земле стрелять! Он свой! Руки! Больно-то как! Ненавижу фашистов! Смерть фашистам! Пулемет! Ложись! Берегись! Пулемет! Пулемет! Ура! Пулемет! Ложись! Укрытие! Фашисты! Фашисты! Смерть фашистам! Ответный огонь! Уйдите, подойдите! Уйдите! 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 Уйд
Добивайте! Fritz has earned his victory. Fascist! But it will be short-lived. Попавших товарищей! Я бесил! Попался, ублюдок! Немецкая пехота! Это тебе такие! Немецкая пехота! Мы под плотным огнем! Черт! Пулемет! Вроде убит. Смерть фашистам! Не дождешься моей смерти, Фриц! Умри, немецкая сволочь! Не дайте ему вырваться! Смерть фашистам! Вражеская пехота! Вражеская пехота! Я бью всех, сук, до единой! Фашисты! Я под огнем! Немецкая машина! Снайпер! Укрытие! Вражеская пехота! Немецкая пехота! Вражеская пехота! Не дождешься моей смерти, Фриц! Пехота! Перезаряжаю! Немецкий танк! Товарищи! Немецкий танк! Мне это все не... Берегись! Пулемет! Недоноски! Убили его! Смотрите! Пулемет! Берегись! Перезаряжаю! Меня прижали! Убейте его! Убили! Ложись! Бионер! Почти не осталось! Немецкий танк! Эй, держ, смерть на моей земле! Прекратите огонь! Это смой! Попался, ублюдок! Черт! Вражеская пехота! Товарищи! Спасите! Черт! Ранен! Давай сюда и прикрой меня! Не подбей его! Черт! Я ранен! На помощь! Перегруппироваться!
Бей, гада! Again, we have crushed our enemies. Немцы подошли к Сталинграду гордо, будучи полностью уверенными в своем праве брать все, что захотят, у тех, кого они раньше называли союзниками. Посмотрите на них теперь. Гордость немецкой армии окружена, растоптана, брошена верховным командованием и фюрером, который хочет забыть об этом, как о страшном сне. Она сломлена железной волей советского народа. Но не будем забывать о цене, которую мы заплатили за победу. О бесчисленных бойцах 62-й армии, погибших во имя свободы. Им удалось совершить невозможное – устоять и одолеть врага, который еще не знал горечи поражения. Мы добились своей победы. Здесь, среди развалин Сталинграда, Советский Союз доказал всему миру, что Германию можно сломить. Что мы не потерпим ее наглую, варварскую агрессию, что из пепла павших врагов может возродиться надежда.